в повітряних силах повідомили, що цієї ночі в територіальних водах на Херсонщині отрицательно взлетів Су-35. Що допомогло йому так невміло політати? Это система это зенитно-ракетный комплекс, то есть какой уже там в зависимости от дальности, но не маленький. То есть это если он упал в районе Железного порта, значит, заходил, скорее всего, со стороны Крыма через Черное море, ну и его снесли зенитно-ракетным комплексом. Ну, значит, те поставки, которые нам обещали партнеры, они выполняют. И зенитно-ракетные комплексы уже большой дальности стоят на боевом дежурстве. Тут большой плюс. Ну и еще большой плюс о том, что не только ж этот Су-35, до этого снесли 3 Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области, пока вас не было. И надо не забывать о Су-34, который еще 3 марта снесли наши в режиме такой ракетной засады со стрельбы навскидку, она еще называется, в районе Енакиева, то есть 3 марта этого года. Неплохо работают наши хлопцы, которые осваивают, довольно-таки отлично осваивают западную технику, причем креативят. Стрельба навскидку ни одним, наверное, западным обществом, ну, военным не проводится. А наши работают и довольно-таки успешно. Вот 5 бортов под Клинцами положить со стрельбы на скидку, это, ну, молодцы. 5 баллов. Ну і сьогодні була інформація про те, що іглою вдалося Мі-24 приземлити, той, що крокодил. Да, это крокодил. Я просто на нем летал. После истребителей немного полетал, когда переводили нас с Л-39 на Ми-24. Хорошая машина, но, конечно, она не защищена от систем поражения, особенно ПЗРК. Как бы ни двигался вертолет, это не самолет, уйти не может, противоракетного маневра выполнить не может. Потому если головка захватила ПЗРК, то это практически, особенно если еще 2 ракеты пошли, то это уже 100% сбивает самолет, то есть у него живучесть очень низкая на поле боя. Ну вот россияне, тем не менее, пытаются на них подходить. Вот опять же, крайне пуганных идиотов. Ну любой ПЗРК, ну 5 километров, ну нельзя же ближе к 5 километров к линии фронта подходить. Ну снимут же, это же 100%. Ну вот эти 100%, на эти 100% на этот товарищ нарвался. И он не один. Они где-то, ну скорее всего, летают, уже начали желторотики.